Всем доброе утро. Я с утра пораньше уже в душ сходила, помыла голову, а на улице такой дубак. Вы не поверите, какой на улице холод. Я здесь уже с утра пораньше начала готовить. Время у нас уже 7. Буду готовить пончики. Уже подготавливаю все. Сейчас буду взвешивать и буду готовить. Вчера приехали у нас... Сколько? 3 часа. Пилотик даже на улице не хочет идти. В 3 часа приехали. Машина стоит. Загнали во двор. Пошли. Заходи. Пойдем. Заходи. Так вот. Что-то надо посмотреть. Банки остыли, если уже надо будет убирать. Вчера сделала я здесь и винегрет. И картошка у нас тушеная, но никто есть не стал ночью. Уже 4-й час был. Уже, говорит, не до еды, уже спать хочется. И мы, короче, это, пошли все спать. Немножко так поболтали, и все, и спать. Так что вот так. Хорошо, что я пончики не стала делать. Они были бы холодные, не очень так вкусные. Когда горяченькие, они, конечно, вкуснее. И еще, когда горячие, они такие хрустящие. Когда остынут, они уже такие мягкие становятся. Так что буду сейчас готовить на завтрак пончики. Все, последняя партия. Выключаемся. Кстати, кому интересно, смотрите, какие они. Ох, какие они. Кому интересно, у нас видео есть на канале «Муж и жена». Там так я иногда что-то готовлю. По настроению, если есть желание заснять, потому что это тоже не очень так быстро. С этой камерой туда-сюда направляешь ее намного дольше. Если ты, допустим, просто готовишь, это быстрее у тебя получается. Ну, а если ты готовишь на камеру, это намного дольше получается. Если кто не верит, попробуйте. Так. И пончики. Я думала, сахарная пудра вдруг не... И вот я, допустим, не люблю сахарной пудрой. То вдруг кто-то не любит. Я не стану уже... Не стала, короче, их сахарной пудрой посыпать. Пусть будет так. И с медом это будет вообще божественно. И у нас кто-то спрашивал, почем мед, хотим мед купить. Мы вот мед как накачали, да? А, нет, мы когда начали говорить о меде, что вот мы будем продавать мед, мы еще его не накачали. Нам уже в личку написали, короче, там такая большая фирма. И там много людей работает в Москве. Сразу нам написали, что мы у вас мед заберем. Сколько будет, весь заберем. Вот. Ну, естественно, мы сперва мы родственникам распределили, а потом уже все остальное мы уже увезли на Москву. Он уже был продан. Там просто были такие комментарии, что Диана, я тоже с Московской области. Мол, мед у вас возьмем. Он уже был продан. С удовольствием, но. Уже надо потерпеть до следующего года. В этом году мы орехи продавать не будем грецкие. Мы будем делать нам просто выгоднее, да и вкуснее, когда делаешь баночки с медом и с орешками грецкими. Это просто, вы не поверите, насколько это вкусно. Особенно, когда орех подсушен. Это просто божественно. Просто он хрустящий. У него даже, знаете, такой вот привкус есть. Как... Короче, не смогу вам объяснить. Это надо просто брать и пробовать. Вот. Так что всем доброе утро. Если кому надо будет мед с орешками на следующий год, то заранее в личку, пожалуйста. Потому что я говорю вот так вот, бац, нас много кто смотрит. И сразу же у нас забирают оптом. У нас поросята еще не родились, у свиньи у нас уже заказ на 3 поросенка. Представляете? Так что всем доброго утра. У нас начинается день. Мы сейчас едем к юристу. И, по-моему, я не знаю, по-моему, Рушан говорил, что нам нужно будет сегодня переоформить, вернее, оформить прицеп. Это в Ленинградскую. Так что дел у нас сегодня полно. Сейчас Рушан придет, мы здесь будем ставить курочку. У нас курочка замариновалась. Я говорю, подожди немножко, я освобожу плиту. И будем ставить курочку. Вчера хотела помидорки сделать, ну, блин. Давай расскажем историю вчерашнюю, что у нас произошло. А не, не вчерашнюю, позавчерашнюю. Чуть не спалили дом, когда мы с тобой. Чуть дома не лишились.
Это кобздец. Когда делали салаты, мы с Рушаном, время уже было где-то час ночи, первую партию поставили стерилизовать, и сидим, а надо было 30 минут их стерилизовать. Сидим, да, такие... Да, ждать. И мы сидим такие, что-то это... Я говорю, пойдем новости пока посмотрим, не будем время уже тянуть сидеть здесь. А оно быстрее пройдет, мы новости посмотрим и придем. Я так примерное время посмотрела, но не поставила ни будильник, ничего. Мы прилегли на диван, включили новости. Что вы думаете? Мы вырубились. Я не знаю, что меня толкнуло, что меня разбудило, но я резко соскочила. Говорю, Рушан, у нас там плита, у нас там две конфорки горят, ё-моё. Мы бегом побежали, ну минут на 5-10, да, мы где-то опоздали. Блин, мы так испугались. Но вторую партию мы уже сидели на кухне и ждали, когда это все приготовится. В итоге мы в третьем часу легли спать. Так что я думаю, надеюсь, будет очень вкусно. Не, я уверена, что будут очень вкусные салаты. Посмотрите, как красиво это все смотрится. Аппетитно. Сейчас буду убирать их. Так что чуть не спалили дом. Это был бы вообще шиндец. Вот так вот и получается все. Надо было будильник поставить. Кристинке рассказала, она говорит, блин, надо было будильник ставить. Вы чё так? Я говорю, ну вот так вот. Опасно, чё, вот это вот брать? Опасно дома, да. Стружку. Опасно дома решиться. Ага. Чё, место? Надо. Угу. Давай, я их сейчас поставлю пока. Чё они там еще? Так, Артур проснулся, а Алсу спит еще? Алсу спит. Хорошо, что вчера не готовила, они бы были уже холодные, не очень вкусные. Говорил. Я знаю, Руша мне отговаривал, ну давай не будем сегодня. А, это ладно. Уговорили. Угу. А, промывать, да, их надо? Их намочить, да. Ага. Сегодня надо вот еще купить старт, либо рост, да, для цыплят, чтобы они это подросли немножко. А то они у нас что-то так плохо там растут. Ох, петухи дерутся. Сегодня купим, потому что смотрю, ночью как-то будет плюс 6. Прям резко так температура падает. Но потом опять поднимается. Сегодня у нас 20. Надо будет, знаешь, одного вот этого раза достаточно. Сегодня 22. Потом до 20 опускается температура. И это... А потом опять поднимается на 26. Все в перьях. Как эти перья убрать? Может, пылесосом? Не, да? Перья убрать, нужно пернатых убрать. Ну, а куда их убрать? И вообще, когда хоздвор уберется туда дальше, когда разберется вот этот сарай, и мне будет очень скучно. О, эй! Эй! Разбушевались. Тут сидишь, конечно, возле окна, смотришь, они там бегают, все такие разные, интересные. А тут будет скучно. Эй! Разбушевались. Так, красота. Я сейчас курицу принесу. А вот она, да, я ее уже вытащила. А. Мютик подальше, вот так вот. Ты решил целую, да, курицу? Да. Ты сказала, что-то потом покажешь. Что да как. А дать какую-нибудь... А, ты так, да, сольешь? Я думаю, тарелку, чтобы не протекало ничего. Че, угомонились петухи, угомонились. Надо будет сегодня сейчас это туда, за двор, ну... Туда выгнать гусей, попастись. За воротами? Да, за ворота. Ох, какая курочка. Чё наши динозавры здесь ходят, кричат. Курицу вот так разрезал. Ага. Вот, и получается, она со всех сторон прокоптится. О, идут динозаврики. Это ладно, они идут. По утрам они бегают. Ты идешь с кормежкой, они за тобой бегут. Так смешно. У них такие лапы длинные. Ага. Че, не знаешь, как повесить? Я вот думаю, может быть, это плечики сделать. Плечики? Вешалку принести. Сейчас веревку возьму. А че, вот так вот не оденется на крылья вот сюда? Не, она будет торчать. Thank you.
Вот Артур проснулся. Так, кто звонит? Бабушка. Ваша курица, да? Угу. Да. А где ты опилки берешь? Они были в комплекте. Руша, когда они закончатся? Уже все закончились. А, это последние? Да. А из какого дерева они? Я не знаю. Там что-нибудь написано? Так. Не хочет. Смотри, какая. А я говорила, раздели на части. Может, пока не после разделишь? Да не, сейчас завяжу ее. Вот так она обнимет эту штуку. Давай сюда. Раз. О. И сюда. И сюда. Падает. Давай выберем. Сейчас я завяжу. Я узел сделаю. Вот. Вот так, подержи снизу. Все? Все, держится. Ну, давай. Вот сюда. Так. Очередной бардак во дворе. Артур решил позагорать. Там у нас музыка играет, поэтому снимать невозможно. Хочу все вот этот огурец. Хотя что-то непонятно. Какой-то огурец непонятный. Все, ладно. Хватит. Да все, я его убираю. Убираешь? Да, что с ним? Возиться уже все. Да, не думаю, не будет. Тут он один огурец есть, висит. Ну да. Помидоры, в принципе. Один огурец. Хотя вон цветочки есть, смотри. Да, вон. А уже все холодно. Ты видел, какая температура будет ночью? Че, сколько? Плюс 6. Нормально. Это по здесь показывает, а так будет еще ниже. Ну да, мы возле речки, у нас будет попрохладнее. Градуса 4 будет. Дядь Коля говорит, что это... А вот они, гады, бегают. Он, видишь, он уже не может, он какой. Он не потянет. Угу. А зачем их? Надо протравливать, наверное, теплицу будет, да, это. Обязательно. От муравьев, чтобы этих не было. Или индюков сюда допускать, чтобы они их собрали. Посмотри, вот сюда покажи. Да я вот показывал, он бегает. Как у себя дома. Это пипец. Тут все в тле. Чем это только не обрабатывали эту тлю. Это, наверное, когда все уберем, потом чем-то надо будет просыпать, либо что делать, да, землю обрабатывать, чтобы не было этого. Обломался. Все. А я вот думаю, не от соломы это может быть, нет? А это можете свою музыку там выключить? Я снимать не могу. Сейчас видео, выключу. Потому что это музыка. Авторское право, да, сейчас выключу. Авторское право. Я пойду хотя бы индюков поснимаю. Угу. Выведу на улицу.
Че, я думаю, это тоже огурец. Ну куда? По нему мураши бегают. Да убирай, убирай, все, огурцов уже не будет. А ты что, он будет, да, вести? Ой, блин, время смотри, только займет. Оно еще на эти потом. Смотри, смотри, смотри. Yes, что это такое? Это типа огурец не созревшийся. Весь в тле? Угу. Все, уборка. Помидоры я еще подержу, конечно. Я прополью их сегодня вечером. Да их еще здесь это достаточно помидоров. Либо это, если мороз. Да, я думаю, в теплице ничего страшного не будет. На улице могут почернеть, и то, сомневаюсь, я если 6 градусов, это вот минус 1 бы. Я хочу собрать все зеленые, все соберу на улице, а в теплице не буду трогать. В темное место? В теплице сегодня помою, пролью хорошо, полью. Да, и в темное место. А здесь пусть еще. Здесь еще зеленые есть. Еще а этих нету, как их, больше гусениц? Есть. Вот зараза, а вот. Побила. Да, вот так вот все. Надо убирать сразу. Прям напасть какая-то. Испортила бы. Такой помидор. Смотрите, какой хороший помидор. Надо так испортить было. Дядь Коля говорит, вообще год неудачный какой-то. Ни арбузов, ни хрена, ничего, короче. Говорит. Вообще ну, все год. Склада, арбузы не будем сажать. Арбузы нет. Какой они толк? Не... У нас маленькие такие. Вот такие а маленькие. Режешь, розовые. Он белый. Ну, белый, розовый такой, слегка. Здесь видите, что творится. Рушан доски здесь поубирал. Здесь тоже убрал, я уже перцы все сняла. Перца, конечно, мало было. В этом году даже очень мало перца было. Вон какой. Не дозревает, уже холодно. Холодно, уже буду тоже перцы убирать, уже все. Перцы уже все. И вот помидоры. Все уже. А с утра там не доела, поэтому я ее оставил, чтобы она доела, а потом вывожу. Сейчас пойдешь выводить? Да. Давай. А цыпленок, Рушан, ты его не... А, вон он. Цыпленка, выпусти. Ну, потом приду, выпущу. Ну, ладно. Пойдемте. Давайте. Выходим. Пилот, ты уходи. Давайте, давайте, давайте. Кш-кш-кш, пойдемте. Пастись надо. Сейчас я открою там ворота. Ну, давай покажемся. Нет, не покажемся. Но посмотрите на это чудо. Ты откуда такой? Борь, Боря. Иди сюда. Борь, Борь. Нет, говорит, я не буду сниматься. Убери, скажи, свою камеру. Борь. Боречка, ну посмотри на нас. Ну, Борь, Борь, ну посмотри. Ну, посмотри, покажи, какие мы сказали. Чумазенькие. Вот такие мы. Не, да? Ну ладно, ладно. Скажи, не хочу, не хочу. Кш-кш-кш. Давай, давай. Давай, давай. Ты что такие? Пилот, уйди. Хопшел. Вот как надо. Ага. Ага, не хочет. Дай. Все, ты за ним давай вперед. Давай, давай. За ним, за ним. Давай, бегом, бегом. Смотри, твой жених уходит. Уходит. Вот, летает. Лови ее, лови ее. Хватай. Она боится. А ты его туда выбрасывай, а потом ее поймай. А, закрой, да? Да, ты туда ее выбрасывай, я закрою ворота. Ага. О, сейчас тебя там пощипаю. Пасись, иди вон туда, там трава есть, иди пасись. Иди, иди, иди. Давай, давай. Пилот, тебе это обязательно надо было делать? Ушел, ушел. Давай, здесь нет травы? Вон туда иди, иди туда, вон по траву. Иди, 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 иди. Давай, пастись надо. Давай, 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 давай. Давай. Вон там еще одна, вон она идет. Вон. Давайте.
сейчас воды вынесу, сюда поставлю. Пусть пасутся. Пилот песка ушел? Ушел. Идите туда посидите, сидите. На траву. Давайте. Здесь сухо, Рушан вчера здесь все подстриг. Идите. Вон. Паситесь, вот здесь. Ну, все. Гуляйте. Нет, идет обратно. Это за Пасху так снимается? Да. Фига он себе здесь вокруг ковров здесь настелил. Чтоб тебе то это покрыть этой камушки не испачкать. Пилот классно, да? Вот это да. Вот я теперь буду знать, как запас. Тебе оно зачем знать? А ну, в жизни всякое бывает. А вдруг пригодится. Ну, дорой кому-нибудь помочь. Только на этой машине вот лучше. Это на легковой буду искать у людей. Это кто сейчас сделал-то? Я. И что вы здесь забились? Ой, вот этот вообще красавчик. Как бы тебя поймать и показать, а? Нет, не могу. Вот он. Ай, не могу. Ты вот на этого посмотрите. Рушан, какой он красивый. Вот этот, вот он. Вон он. Вон он побежал. Офигеть! Он такой сладкий! Какой ты, как споры. Какие-то есть прям совсем, да, поменьше? Ой, какой ты! Ой, побежал, теряется уже! Попробую увеличить. Ой, побежал! Я даже не успела. Ладно, все открыла. Все, пусть гуляют. Здесь все есть им. Корм, вода. Все есть. Ракушка здесь есть. Все, пусть бегают. У нас, короче, погода разъяснилась. Утром так было холодно. А теперь хорошо такой вот слабенький такой ветерочек. Такой холодненький, прохладненький. На солнце прям хорошо греет. Сейчас будем уже мы обедать. Сейчас достану салат. Я уже разогрела здесь картошку тушеную. Я уже успела закрутить две баночки помидорок, которые мама дала. Ну, я их не хватало, я добавила еще тут немножко. Вот, видно, розовенькие такие, это уже мои помидорки. Покрупнее такие, там побольше. Так что вот так, сейчас я их укутаю. Просто у нас там кое-кто спит. Вон, спит, лежит. Спит. Так что вот такие вот дела. Курочку мы уже почти съели. Курочку мы съели. Я утром еще яичницу жарила. Так что все. Сейчас будем мы обедать. Достану салатик. Ты мой, лежит зайчка. Зайчка лежит, устроился здесь. Кристина приезжала. А он выскочил и побежал гулять. Кристина с Акитой приезжали. И это... Сейчас унесу. И он выскочил, дверь открыли, и он сразу же выскочил и побежал. Думаю, ну ладно. Гуляй, бегай. Так, все. Салатик. Картошечка тушеная. Правда, немного островато получилось. Надо было чуть поменьше этого перца. Но в следующий раз буду знать. Перца буду добавлять поменьше. Добавила я маслица немножко в салат. Все. Красота. Сегодня надо вот мясо вытащить. Там у меня есть шейка.
свиная. Она как раз хорошо подходит на шашлычок. И к вечеру, или завтра утром, скорее всего, она как раз за ночь растает. А к вечеру я уже это замариную. И будет у нас шашлычок завтра. Все. Будем обедать. Всем приятного аппетита. Кто ест, у кого какая погода, пишите. Все-таки уже осень. Осень. Пока нас погода радует. Хотите вам показать? Бардак этот. Показать, говорю, покажу. Йо! Нафига я цветы сюда толкала? Если теперь на фоне этого бардака они вообще не смотрятся. Так, мужчинки, пойдемте обедать. Ага. Разобрали всю машину. Боже, что вы с ней сделали? Они будут ее красить. Боже, какая она страшная стала. Что с машиной сделали? Ай. Сейчас мы поедем к юристу. Нам к 3 часам. К юристу. А, по поводу ГАИ, оказывается, сегодня не работает ГАИ, Рушан сказал. Сейчас мне опять картинки гореть будет вся. 4. Так, есть. В Сбербанке сидим. Лиза! Лиза, скажи всем привет, привет, привет. Я приехала к маме сейчас. К маме. А где мама? Мама, где? Ну, ты барабанщица. Ой, как ты умеешь? Ну, постучи лапками. Опа! Опа! Давай, давай! Опа! Молодец. Что, все похолодало? Холодно стало, я оделась. Не жарко. А вы все чистите территорию, да? А как на зиму грязь оставлять? Угу. Надо так. Ага. Вот так вот? Это вот так вот. Ага. И теперь вот крестиком. Вот так, правильно. Ага. Теперь дальше. Сюда. Подожди, солнышко. Нет, крестик. Вот ты сюда должна его. Вот сюда. Нет, зайка. Наоборот, вот так. Это так, а это вот так. Вот. Филор! Вот так. Получается? Ага. Так. Теперь это вот так. Давай, крестиком дальше. Это сюда? Подожди. Или сюда? Вот сюда. Должен получиться крестик. Ага, сюда. И теперь это куда? Вот сюда. Все. Умница. Давай. Ну что? Давай крестик сразу. Первый ботинок готов. А что, ты до конца не хочешь шнуровать? Не надо до конца, думаешь? Ну, думаю, да. Давай, все. Бантик умеешь завязывать? Все. Во! Все. Теперь ты умеешь сама, да, зашнуровывать? Ага. А теперь ты складывай сюда. Да? Да. Угу. Ай, сюда, сюда. Это? Да. Да. И неси свои шлёпки, которые стоят на улице. Ага. Собрали все вещи.
Ангелиночка приехала в гости. Ангелиночка, скажи всем привет. Привет. Молодец, солнышко. Пойдем. Так, пилот, тебе нельзя. Все, отходим. Что здесь творите? Тебе сыр оставили. Ой, спасибо. Где такое взяла? Вкусно. У нас, да. Местный, что ли? Да. Ты, по-моему, не заносила. Маленькая еще. Пойдем. Пойдем на кухню. Арушан, где Руш? О, Нэнси появилась. Красавица. Да неужели? А где? Нэнси. О. Ой, модница. Ну да, только штаны не хочет одевать. Что не хочет? Штаны одевать. А почему штаны не хочет одевать? Холодно же. Ей, она говорит, ей не холодно. Что, сибирячка, что ли? Пойдем.